Всем бодрого времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Что-то у меня так повелось, что последние дни я реагирую на группы, которые как бы давно всех слушаю, но вот на канале они у меня по каким-то непонятным причинам не появлялись всю эту дорогу. Вот. Очередь дошла до группы DKZ. Дебютировали они в 2019 году, агентство Dangyo Entertainment. Изначально в группе было 5 мемберов, и назывались они вообще DonKiz. Группа у них называлась. Но в марте этого года, если не ошибаюсь, в общем, весной этого года у них случился ребрендинг. Поменяли логотип, поменяли название, собственно, то, которое мы сейчас знаем, DKZ. И у них изменился состав. У них ушел один участник, потому что с 21 года он находился в хиатусе, потому что повредил плечо, и вот у него затянулся период реабилитации, поэтому как бы было принято решение, что как бы молодой человек покидает группу. И в то же время как бы вот из 5 один ушел, и троих еще добавили. То есть сейчас в группе числится 7 участников, но, насколько я поняла, ну, как бы вот весной камбэк у них был, и вот этот камбэк пока из 6 участников, потому что там один тоже что-то у него со здоровьем происходит, но он пока не ушел, ну и пока не участвует. Вот, это так кратенько пробежались. Как бы слушать я их слушаю давно, где-то с Люпина, наверное, ну, не прям вот с камбэка Люпина, но вот где-то в 20-м году на Люпин я на их наткнулась, залипла на Джечана. Это, собственно, единственный мембер, которого я узнаю из этой группы, и которого вообще знаю, как зовут, а там он еще и потом снялся кое-где. Да. Короче, ладно, давайте. Это у них вышел сингл просто, который переводится, точнее, как «Тигр преследует». Вот. И еще что-то в скобочках, что-то непонятное какое-то. Наверное, это произносится. Ну ладно, давайте посмотрим, как это все дело произносится у них там в треке. Интересно посмотреть. Промофото, концептуальные всякие вот эти штуки были многообещающими, поэтому она тулисеть. Едем. Блондинчик, дитянчик. Где-то я уже видела, что он так бежал. Кое от кого. Гитарочка приятная. Рэпит. Слушайте, прям много используют вот этих вот рыков вокальных. Что-то тяжеленький такой, прям инструментал. Слушайте, он здесь вокально на Бобби похож. Мощненько. Я не могу посчитать, их шестеро или семеро. Короче, ладно. Шура, забей, а то сейчас пропустишь все интересное. Какие-то Ближнего Востока мелодии у духовых были. Прикольно. Панельки такие поставили.
Но вот это ла-ла-ла-ла тут лишнее. Вот это ла-ла-ла уже лучше. Да, шестеро. Ага. Слушайте, мне нужно переслушать еще раз, чтобы сформулировать конечное мнение. Но пока вроде неплохо. Ну, да, наверное, неплохо. Мне понравилось, что Джитян тут много редлит. Очень понравилось. И вообще, как бы зачитывала. И прям реально вокалы я прям какие-то на Бобби флешбеки словила там местами в каком-то куплете. А он всегда так читал? Ну, в смысле, исполнял. Ну, почему-то у меня ранее, ну, как бы не первый год слушаю их. Ни разу такого не было, что вот прям так явно похоже было. Или, может, я их давно не слушаю. Короче, ладно, забей вообще. Какая разница? Клип прикольный. А то вечно от них какая-нибудь милота там. Пляжик. Ну, не пляжик. В прошлом году что у них там? Что-то летнее, что-то какой-то пикник, что-то какой-то там... как это? Трейлер с поездкой... Кемпинг, вот, вспомнила. Какой-то у них так кемпинг, они там что-то с ума сходили. Но это все такое ванильное, зелененькое, солнышко, небо голубое, они там все разноцветные носятся. Весной у них там тоже что-то веселушное было. Ну, такое прям веселушное, позитивное, вот это вот пестрое, вот это, ну, короче, как корейцы умеют. Вот. А вот такого вот... Ну, я их слушать начала с Люпина, а в Люпине там, ну, как бы такой нормальный контент. Ну, вы помните, наверное, эти там они в костюмчиках с тростями, там, короче, нормально. Вот, и потом, когда вот эти камбэк за камбэком сладенькие, думаешь, а зачем, а почему, вот. Ну, конечно, понятно, что... Негоже всегда в одном и том же концепте варится, ну, как бы варятся люди, и нормально же ж... Короче, ладно, все, хватит возбухать. Вот такое мне нормально кушается. Все. Клип прикольный, ребята дерзкие, что-то там какие-то у них раздвоения. Ну, там, да, у них какой-то концепт был бесстрашие и страх. Вот. Ну, в принципе, да, по смыслу здесь о чем говорится. То, что перестань бояться, пока ты будешь смотреть на проблему свою и трястись от этой проблемы, ну, как бы, трястись от страха перед этой проблемой, до тех пор тебя будут съедать. Ну, вот тут, как бы, тигр преследует, вот. И, как бы, посыл такой, что делай, если у тебя есть какие-то цели, бери их и делай, как бы, забей на свой страх, выходи из зоны комфорта и начинай уже что-нибудь делать, и, ну, как бы, либо тебя будет преследовать тигр, либо ты станешь тигром. Вот как-то такой, короче, посыл, так что, короче, давай превращайся из вот этого вот труса в тигра. Вот. Нормальный посыл, в принципе. По треку у меня пока не сформировалось конечное мнение, нравится мне или нет, но как бы в целом уже, по крайней мере, за последние камбэки это явно хорошая вещь, которая переплевывает предыдущие камбэки. Вот, так что меня пока все устраивает. Вот на тот момент... На тот пунктик, как, короче, на предмет того, попадет ли это мне в плейлист, надо переслушать. Вот мои любимые треки у DKZ. Джичан, кстати, участвовал в написании лирики. Что у меня сегодня с мозгом? Магнитные бури какие-нибудь, или там опять кто-нибудь в ретрограде каком-нибудь. Короче, ладно, да, чё, и уж я как будто бы прямо особо когда-то умственными способностями отличалась. Ладно, все. Всем спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, как обычно, что хотите, то пишите. И всем пока-пока.